Приветствую всех, с вами Маркелов Борис, приветствую вас на своем канале YouTube. И сегодня я буду рассказывать, как я зарегистрировался в суперкопилке и получил свои $10 подарочных. Я не знаю, акция продолжается, не продолжается, сегодня 29 октября. Но когда вы получаете подарочный бонус, вы можете его сразу использовать как депозит, то есть положить, чтобы у вас копились денежки. Помимо этого, нужно пройти верификацию. Как я проходил верификацию? То есть вот здесь вот у вас будет такая строка, необходимо пройти верификацию. Здесь вы должны указать свою личную информацию, то есть фамилия, имя, отчество, номер документа, с которым вы проходите верификацию. Но самое главное, вы должны указать на листочке бумаги, что это верификация для суперкопилки. Как это сделать, вы видите у себя на экране. Также, если кто-то еще не прошел, ссылочку найдете под этим видео. Криптовалютная биржа CoinsBit сейчас на данный момент проводит ICO, и здесь вы тоже можете получить подарочных $200. Ссылка на регистрацию будет под этим видео. В принципе, верификация та же самая. Вы указываете свои данные, делаете фотографию своего паспорта, селфи с паспортом и, как вы на картинке видите, также пишите CoinsBit, число и свою подпись. На этом заканчиваю. Всем большой привет!